Здравствуйте, дорогие мои. 10-я распаковка на август месяц. Сегодня 31 число. К сожалению, на почте очень-очень-очень много посылок подвисло. Не успевают о них разгребсти. Прям вот из-за этого очень мало чего могу сегодня вам показать. А к одному из видео я сказал, что в следующий раз расскажу анекдот. Анекдот придется рассказывать. Но, к сожалению, анекдот, который я хочу рассказать, он матершинный и пошлый. Поэтому в общий доступ я дать его не могу. Но для того, кто меня на слове поймал, да, то, что анекдот будет, ну, будьте любезны, правый верхний угол, значок информация, там ссылка на уголок подонка, в уголке подонка этот анекдот будет не вырезан. Так, и сделаю я это, наверное, следующим образом. Я начну сейчас распаковывать часть посылок и буду этот анекдот рассказывать. Поэтому для тех, кто не готов слушать матные анекдоты и похабные, будьте любезны, ну, посмотрите все это дело в перемотке. Так, ну, смотрите, значит, пленка защитная и силиконовый бампер — это абсолютно неинтересно. Мы их сразу убираем в сторону. Значит, в данные телефоны я заказал сразу с наушниками, да, то есть из Китая Asus Zenfone Max идет без наушников. Вот, я этими наушниками комплектую телефоны, когда их продаю. Достаточно удобно так получается. Вот у них цена небольшая, на них небольшая наценка еще дополнительно делается, и, ну, интереса становится больше. Наушники очень неплохие, да, то есть там есть три размера вкладышей. Вот, значит, есть гарнитура, и внутри есть мешочек прирезиненный, чтобы они не намокали. Наушники, кстати, рекомендую. Если вы слушаете музыку, ну, с телефоном берите сразу наушники Asus. Версия 16 гигабайт. Значит, ревизия от декабря 2015 года. То есть, достаточно старенькие телефоны, но учитывая то, что там с 16 года их вообще сняли с производства, ну, не так уж и плохо, хорошо, что они есть. Хотя, вы знаете, вот, например, вот этот телефон аж от 3 месяца 2016 года. С 4 месяца, но вот однозначно точно помню, то, что уже шли 32-гиговые версии. И еще вот достаточно свежий телефон, опять 3 месяца 2016 года. Урвал последние 16-гиговые версии. Как бы вот с ними вот прям вот сложности уже какие-то появляются. Их уже практически нету. Их практически нету в продаже. Но у меня есть. Так, ребят, ну, что могу сказать? Это однозначно претендент в раздел моего канала под названием «Реплики известных брендов». Откроется, нет? Запаяно. А, значит, если вы смотрели предыдущее видео, то вы видели то, что я вот такую левенький аккумулятор себе заказал. А в данном случае, ну вот, абсолютно точная копия с надписью Sony, все дела. То есть, это аккумулятор для камер NP-BN1. То есть, вот если у вас они подходят, вы можете такую заказать. Я подозреваю, скорее всего, это то же самое, что вы купите в магазине, только в магазине это будет там, ну, в пару раз дороже. Вместе с аккумулятором идет пластиковый кейс, в котором его можно носить. И также, если помните, у меня пришла зарядка, которая может заряжать аккумулятор вне камеры. Да? То есть, обычно, чтобы зарядить аккумулятор, нужно открыть камеру, вставить провод. Теперь я могу отдельно заряжать и просто менять местами. Теперь у меня три аккумулятора. Очень симпатично смотрится. Вот здесь даже голограммка есть, она переливается. Я подозреваю, что, ну, полностью как в магазине, только, ну, дешевле. Так, ребят, очередные наушники. Это, ну, я не думаю, что интересно. А вот два чехла Nilkin для Asus Zenfone Max. Это уже будет достаточно интересно. Почему это будет, ну, интересно в первую очередь мне? Потому что один из моих подписчиков, с которым я переписываюсь ВКонтакте, да, у нас там
как приятельские отношения, что ли, получается. Не знаю, как правильно это сказать. А пожаловался то, что он заказал себе такой чехол, и у него произошла такая проблема, что крышка как-то не срабатывает. Поэтому, когда у меня пришел чехол Nilken, немножко другой серии, Искра, если не ошибаюсь, серия переводится, ну, я туда-сюда пощелкал, чтобы показать, как это выглядит. Что это у нас такое? Какой-то мусор непонятный. Вот. Значит, по тому чехлу Nilken проблем никаких я не видел. Значит, что из себя представляют чехлы Nilken? Они... Что из себя представляют чехлы Nilken? Это окошко и функция Asus Flip Cover в них работает. Чехол снаружи сделан под кожу, а внутри он покрыт бархатом. Все очень симпатично, очень приятно, выглядит дорого, выглядит классно. Давайте я сейчас на своем телефоне включу Flip Cover. Так, ну, давайте посмотрим. Действительно, некоторая сложность какая-то есть. То есть, если тот чехол прям вот даже приоткрытый, без проблем срабатывала эта функция, то здесь, ну, видите, вот попробуем красный. Кстати, вот в красном он будет выглядеть вот таким вот образом. Вам видно количество зазора, которое он выдерживает? То есть вот зазоры достаточно большие, и он вот сейчас как-то запоздало. Ну, вы знаете, все-таки вот давайте я вам напомню, как это выглядит. Как это выглядит на серии Sparkle. То есть вот тут же, да? Открыл, закрыл, тут же сработало. Прям вот видите? Да, все. Без проблем срабатывает. Но гораздо больше можно делать телодвижений, чтобы он не отключился. Да, вот этот чехол выглядит попроще, да, конечно, кожаный по сравнению с ним, ну, повеселее будет, но вот этот чехол Sparkle гораздо, гораздо лучше, ну, даже не знаю, даже не лучше, даже более правильное слово будет, ну, в нем работает, видите, да, в нем работает все, как должно, а вот с чехлами, которые под кожу. Так, возвращаемся к нашим кожаным. Открыли, закрыли. Да, достаточно долгое время. Очень долгое время он думает, вот сейчас вообще ничего не произошло. Еще раз, открыли, закрыли. То есть вот сдается у меня, что где-то здесь магнит недостаточно мощный. Да, то есть вот
как-то вот срабатывает он, ну, через раз. Срабатывает достаточно слабенько. Ну, опять же, по сравнению вот с предыдущим. Затрудняюсь ответить, насколько это норма, да, потому что Нилкин, ну, по идее, очень неплохого качества делает продукцию. Очень неплохого качества делает продукцию, но вот видите, простое закрытие, которое вот видите, он, да, все полностью хорошо закрылся именно так, как должен был бы. Хотя вы знаете, я по-моему понял, в чем проблема. Смотрите, вот мы закрываем чехол, вот он закрылся. И видите, очень-очень-очень большие щели. Вот прям вот видно, да? Очень большая щель остается здесь. А так как в верхней планке находится магнит, который должен, собственно говоря, срабатывать. Вот я прижал, и магнит сработал. То есть вот. Подозреваю, все-таки это вот особенность этого чехла. Назвать это браком или нет? Ну, ребят, да, брак — это когда среди нескольких там, да, появляется какой-то косяк у одного. В нашем случае получается вот среди двух у обоих абсолютно идентичный косяк. То есть вот если мы просто возьмем и отпустим крышку, ничего не произойдет. Почему? Потому что, видите, слишком большие зазоры. Слишком большие зазоры, которые вот не дают магниту доставать. Хотя при всем при этом на вот этом чехле, на серии Sparkle, он срабатывает даже вот когда крышка вот так приоткрыта. Ну, смотрите сами, да, то есть вот сказать плохо или хорошо, в принципе, вот, ну, срабатывает. Ну, срабатывает немножко проблематично. Поэтому, когда вы заказываете, учитывайте то, что вот такая неприятность может быть. Если вам нужно четко работающий, да, серия Sparkle, хотите понты с кожаным, ну вот учитывайте то, что немножко может быть кривоватенько. Ну, ребят, не могу я вот категорически прям вот как-то резюмировать это. То есть вот в принципе, да, ну, срабатывает же. Срабатывает. То есть вот. По внешнему виду, ну, гораздо прикольнее, чем Sparkle серия. С другой стороны, со срабатыванием могут быть какие-то проблемы. Мое мнение, все-таки тут здесь немножко отходит что-то как-то. Может быть, это разработается. Поэтому, когда заказываете, ну вот, учитывайте, что такая петрушка может быть. За сим видео заканчиваем. С вас палец кверху. Если понравилось, какие-то вопросы задавайте лучше сразу во ВКонтакте, чтобы не потеряться, да, подписывайтесь на группу и до скорых встреч. С наступающим 1 сентября.